нужно 500 поклонов. Сначала портрет в начале тренировки, потом 10 поклонов тренеру, потом упасть на колени, поцеловать татами. Вот это вот. Да, это не то чтобы дисциплина, это, ну, скорее игра в какие-то ритуалы, которые нафиг не нужны. Ну, в 21 веке уж точно. То, что ты владеешь джиу-джитсу или у тебя в кармане пистолет, не дает тебе 100% гарантии, что ты находишься в безопасности. Вот у тебя есть нож, Константин. Допустим, ты готов резать человека? Готов ты резать по живому мясу? Стой, стрелять буду! Как в анекдоте, Джо, спили мушку. По-быстренькому сейчас научат убивать людей. Извинись, говно, да? Старайтесь разумно подходить ко всем аспектам жизни, в том числе и к самообороне. Ну и, собственно, ведите себя хорошо, если что, вызывайте милицию.